В обычной жизни минчанка Татьяна Шведова занималась пошивом игрушек и украшений для волос. Но в связи с ситуацией в мире Татьяной было принято решение помогать столичным медикам. Так, семья Шведовых стала заниматься пошивом масок для врачей и передавать их работникам 19-й городской детской поликлиники. Маска многоразовая, ты ее использовал, постирал, погладил и можешь ее снова использовать. Мы встречались с педиатром нашим. Получилось так, что она пришла к нам на вызов. Мы с ней стали общаться, она говорит, что да, на самом деле дефицит, и было бы хорошо, я как раз в то время шила маски. И мы договорились, что вот как у меня будет минутка еще свободная, я еще отошью и им передам. Выкройки я сама где-то что-то посмотрела, попробовала одну, не понравилось, где-то ее доработала немножко, потому что все равно делаешь такие, чтобы они были универсальны, и хочется, чтобы они подходили всем. Ну и, конечно, без помощи здесь никак, особенно когда большой объем работы идет. На помощь мне приходят детки. Любой мастер любит, когда ему все-таки идет обратная связь, это, конечно, хорошо, но мне достаточно просто, что человек мне скажет спасибо большое, нам очень понравилось. Хочу пожелать жителям нашей столицы, чтобы все были здоровы, берегли себя и своих близких, ну и, конечно же, не забывали про остальных.